Он читает Пастернака на иврите в своем переводе. Ведь талантливый человек талантлив во всем. Тонкий музыкант, увлеченный фотограф и переводчик. Сегодня несколько штрихов к портрету израильского пианиста Бориса Гильдбурга. Ему с детства пророчили великое музыкальное будущее. И в 2013 году Борис триумфально выступил на конкурсе «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Как взрослеть, побеждать и проигрывать, работать и выстраивать карьеру, когда вокруг только и говорят о твоей одаренности. Сегодня в программе. Борис, начну вот с некого признания. Я, когда готовилась к этой встрече, смотрела, читала разные материалы, и в какой-то момент поняла, что я испытываю некий трепет от того, что вас очень часто сравнивают с величайшими пианистами. С Горовицем, с Рихтером, с Клиберном. И я поняла, что я не знаю, как реагировать на это. А как вы на это реагируете? Я сам не знаю, как на это реагировать часто. Особенно если я внутри не совсем ощущаю похожесть на того или иного пианиста, которого указывают. Конечно, с одной стороны, это очень приятно. Все эти имена — это среди моих музыкальных героев. Но, в конце концов, мы никто не можем быть как кто-либо иной. Интерпретация приходит изнутри вследствие какого-то процесса, и просто скопировать чуть интерпретацию, не пройдя этот процесс, невозможно. Это будет фальшь, будет как калька. А духовную связь вы с кем из них или не из них все-таки чувствуете? Ближе всего, наверное, из нынешнего поколения — это Григорий Соколов для меня, а из предыдущих — это Эмиль Гиллес и Артур Рубинштейн. И из непианистов — Давид Ойстрах. Который, кстати, тоже является победителем конкурса. Конкурс Елизаветы. Для меня это было невероятной гордостью оказаться среди числа. Ведь Гиллес тоже получил первую премию. Но что для меня, что их объединяет, это глубокая человечность в музыке. Ощущение, что центр внимания — это не они сами, а их любовь и их служение музыке. Я прочитала интервью вашего педагога, в общем, наверное, первого педагога во всех, наверное, смыслах, правильно, потому что вы 15 лет, говорите, занимались у него, Арье Варди. Он говорит о том, что нужно музыку любить больше, чем свою карьеру. И получается, что это все-таки вас научили, вам объяснили это вовремя? Или вы совпали со своим педагогом в какой-то момент? Мне трудно сказать. Мне кажется, что осознание этого – это процесс, который все еще продолжается. Конечно, когда вам 18-20 лет, вы мечтаете завоевать мир, и только потом вы понимаете, что, наверное, намного важнее найти что-то истинное, искреннее в музыке. И карьера в некоторой мере – это не цель, а средство, постоянная мечта, желание, чтобы публика благодаря музыке смогла на пару часов забыть о своих заботах и перенестись в то место, куда музыка их хочет увести. Я посмотрела интервью, которое давали в Нью-Йорке на одном из русскоязычных каналов, и вы там сказали о том, что неважно, вы даже не говорите о сумме, да, какие бы деньги вам не дали сегодня, если бы сказали, что после этого вам нужно перестать играть, вы бы отказались, не задумываясь. Абсолютно точно. Это... Вы играете Бетховена, знаменитую сонату номер 32, которую писал композитор уже в период полной глухоты. А вы об этом думаете, когда вы играете? Это как-то влияет на вашу интерпретацию? Потому что это человек, который музыку уже не слышит сам. Я думаю, что он ее слышал, просто он ее слышал внутренним слухом. Это интересный вопрос, ведь у Бетховена довольно четко различают три разных стиля: его ранний, средний и поздний. И хотя, конечно же, они не были как переключателем с одного на другой, это был процесс, но его поздний стиль отличается для меня некой, я бы сказал, трансцендентальностью, ощущением, что он достиг чего-то, чего раньше ни он и, может быть, никто другой не достигал, ощущение почти космической универсальности музыки. И ответа на вопрос, как точно их исполнять, мне кажется, ни у кого нет. И если вы слушаете замечательного исполнителя Бетховена, как Баренбойм, на протяжении всей своей жизни его взгляды на эту музыку менялись. И я думаю, окончательной правды ее нет.
вы записываете каждый концерт? Или почти каждый? Я записываю каждый концерт, да. Аудио у меня маленький приборчик, я прошу кого-либо из организаторов, чтобы они в зале положили на любое место. Там даже не столько важна, не столько важно качество записи, сколько... Потому что я слушаю не совсем звук, а скорее интерпретацию, темп, баланс голосов. Во время самого исполнения я от безвыходности, я бы сказал, сосредоточен на деталях. Все происходит в моменте. А услышать длинную линию, понять, вышла ли интерпретация как целое произведение, трогало ли оно, было ли оно правдивым, искренним, для этого необходима дистанция. И вот эта дистанция через несколько дней, она, ее, по крайней мере, больше, чем на концерте. Мне кажется, это нужно еще и для того, чтобы некую объективность, да, по отношению к себе ее сохранить. Потому что могут вам писать восторженные отзывы многие, но вы все-таки стремитесь не к этому. А с другой стороны, можно, слушая свои записи, перейти грань в другую сторону, быть слишком критичным. Иногда только через несколько лет, вернувшись к очень старой записи, можно... Правда, вы это делаете? То есть вы можете послушать концерт, который, ну, вот, проходит в Омске, вы можете послушать через год? Реже, но могу. Особенно если готовлюсь к записи, студийной записи какого-то произведения, то я часто прохожу свои старые записи, чтобы просто посмотреть, что я делал раньше. Ведь вполне может быть, что я что-то делал раньше, что лучше и интереснее, чем то, что я делаю сейчас. Все люди, которые окружали вас, когда вы были еще ребенком, они довольно рано поняли, что вы богато одарены. Я вот не люблю слово «вундеркинд», да? Наверное, вы тоже не любите, и ваш педагог, я знаю, прочитала, не любит это слово. Но будем говорить так, богато одарены. А вы это чувствовали или вас оберегали от этого? Мне кажется, что я ребенком был о себе большего мнения, чем сейчас. Мне кажется, где-то в течение первых 10 лет мне казалось, что вообще... Мир вокруг вас. А потом постепенно какая-то большая объективность появилась. Для себя какое-то понимание музыки, вот за последние, я бы сказал, 8-9 лет, оно изменилось. И опять же, это процесс, который продолжается, но я хочу верить, что я на правильном пути, и буду продолжать, конечно. Арье Варди, ваш педагог, мне кажется, вам это будет любопытно, нашла интервью, где он о вас говорит. Очень много езжу по миру, у меня нет возможности уделять юным ученикам столько времени, сколько им требуется. Но он говорит о совсем маленьких, 10-летних, 12-летних ребятах. В случае с Гильдбургом я согласился только потому, что его мама учительница фортепиано. И потому что он сыграл мне третий... Вы помните, кстати? Третий концерт Барта, помню. Что вы сыграли. Так что, если кто-то захочет стать моим учеником, он должен сыграть мне третий концерт Бартака. И сыграть не просто хорошо, а великолепно. Вот вы великолепно сыграли, или вы не помните, как оно было? Я обожал третий концерт Бартака. Что интересно, я его выучил, когда мне было... Начал учить, когда мне было 10 лет, а сыграл с оркестром первый раз только в 18 лет, с Лондонским симфоническим. Я помню, в сегодняшний день это было ощущение полного счастья, потому что я обожал этот концерт, и, наконец, дойти до того момента, когда я мог его сыграть с оркестром, причем с таким оркестром, это было незабываемо. То есть выучить это родителям, наверное, тех маленьких музыкантов, да, вот мне кажется, это важно проговорить, выучить недостаточно, потому что иногда детям дают то, что им, возможно, даже рано учить. Вполне может быть. Я думаю, что, например, в то время для меня Бетховен был намного большей загадкой, чем Барток. Барток был интересен, Барток был сказочным, а я обожал сказки, обожал фэнтези, фантастику. И для меня эти миры были намного ближе, чем Моцарт, Бетховен или Бах, к которому я пришел намного-намного позже. Знаете, я хотела с вами поговорить все-таки вот об одаренности, потому что сегодня очень много и ученые, и музыканты, кстати, на эту тему думают. Вообще, вот то, что я слушала и читала, ученые вот сегодня сходятся во мнении, это практически доказано уже, что вот гениальность, одаренность, талант, как угодно мы можем это назвать, он появляется в момент зарождения жизни. Другой вопрос, что когда человек приходит в этот мир, это не всегда развивается, он не всегда попадает в нужные условия. Мне кажется, в вашем случае как раз произошло это попадание. Вы со мной согласитесь? Потому что ваша мама – музыкант. Мама – музыкант, бабушка была музыкантом, прабабушка была музыкантом. Я соглашусь. Что интересно, что, например, во время
в эпоху Моцарта, в эпоху Бетховена, когда говорили о гении, гений – это была черта характера. То есть не человек был гений, а у человека был гений, который также надо было развивать, как и талант сегодня. И мне кажется, это абсолютно верно, потому что даже такая, такая неповторимая гениальность, как у Моцарта и Бетховена, она тоже требовала работы. И у Моцарта, может быть, прорыв произошел быстрее, чем у Бетховена, но эта музыка не писалась сама собой. Если посмотреть на партитуры Бетховена, где вычеркнуто 95% и два такта обведены в квадрат, то есть это была постоянная тяжелая работа, не только у Бетховена. Вот Рахманинов, я сегодня играю в «Люди», он писал, что для него фортепианные миниатюры, которые он писал на протяжении всей своей жизни, это для него была самая тяжелая работа. Что в концертах и в симфониях он говорил очень многое написано единым духом, одним махом пера, а в миниатюрах все требовало точечной, кропотливой, тяжелой работы. В некой мере из-за Голливуда нам нравится часто образ гения-создателя, который так походя создает гениальные произведения, но мне кажется, что это не соответствует Амадея, допустим, вспоминаем этот фильм. Но мне кажется, там очень много сделано, чтобы подходило к жанру кино. А насколько это... Нет, то, что Моцарт писал очень быстро, и то, что его рукописи выглядят, то есть его черновики выглядят как беловики, это можно просто посмотреть, это правда. Но я не верю, что он не работал, что это само собой происходило, и что если черновик уже был готов, это значит, что работа происходила раньше в голове, в воображении. Вот для музыканта же тоже я слышала очень интересную вещь, что можно не только сидеть за инструментом, работать. Можно заниматься другими вещами, а музыка, она звучит. Она, как бы мозг продолжает ее переваривать, варить, обдумывать. Конечно, для меня лично все-таки занятия физические за инструментом необходимы. Я лучше всего учу, когда руки тоже задействованы. Но очень часто, особенно когда во время физические занятия за инструментом, вы опять же уходите в детали, то потом вечером посмотреть ноты, и вдруг вы видите какие-то линии или какие-то группы фраз, что-то, что как бы вы делаете немножко зум-аут, и вы видите вещи немножко с отдаления. Это тоже помогает. Вы 8-12 часов до сих пор занимаетесь, да? Так, есть 12... Бывает, но редко. Я сказал, что каждый день от 8 до 9 часов это стандарт. Как за станком. За станком, ну, знаете, вот если кто-то говорит, что он в офисе работает там, с 8 утра до 5 вечера, это нормально, правда? Да. Это никого не удивляет. А если я скажу, что я то же самое время провожу за роялем, это кажется чем-то особенным. Я вам объясню. Когда я стала со многими музыкантами общаться, очень часто, даже ну, очень известные, авторитетные, они говорят, что сегодня уже в период своей какой-то такого расцвета они не всегда так много занимаются ежедневно. Mm. Вы же говорите о том, что вам это необходимо. И, кстати, многие из них говорят о том, что в детстве, но все-таки для них это было пыткой. Вы же говорите, что для вас это не было пыткой. Ну, конечно. Вы хотели заниматься. Ну, сейчас мне легче заниматься, чем в детстве. Все-таки в детстве я больше любил играть. Я обожал читать новые произведения с листа, и до сих пор очень люблю, и любил выступать на сцене. А вот каждодневные занятия, когда мне было там, 10, 11, 12 лет, сказать, что я по-настоящему их любил, трудно. Ну, понимаете, но... Денис Мацуев говорит, я любил играть, и имеет в виду, я хотел играть в мяч. Я любил играть, имея в виду компьютерные игры. Это я тоже могу сказать. Я очень любил разные там лабиринты и драконы, фэнтези, опять же. Но выступать на сцене я тоже любил. Но удовольствие от занятий, оно опять же стало приходить, вот я бы сказал, в последние, ну, не 9, но, скажем, 15 лет последние. И удовольствие от того, что это... Вы остаетесь наедине с композитором, наедине с его музыкой. И это ваше путешествие исследователя, археолога.
Вас представляют даже в России сейчас как лауреата 11 конкурсов. А вот для чего вам эти конкурсы были нужны? И ваш педагог, я думаю, что это все-таки было взаимное решение, ведь он не очень хорошо, ну, он говорит о том, что если вы можете обойтись без конкурса, лучше обойтись лучше без него. Лучше обойтись без конкурсов. И, большая часть этих конкурсов была до 18 лет, то есть 8 из них были до 18 лет, и только 3 после. То есть большая часть это были либо юношеские конкурсы, либо конкурсы взрослые, но в которых я участвовал, когда мне было там 15, 16, 17 лет. Участие в конкурсе – это один из единственных карьерных шагов, который может предпринять молодой музыкант, который более-менее находится под его или под ее контролем. Надеяться на то, что кто-то услышит в правильный момент, правильный человек в зале, это может случиться, это случается, но гарантировать и рассчитывать на это нельзя, потому что это может и не произойти, что продюсер или импресарио, или организатор концертов услышит в тот момент и решит создать вам карьеру. То есть это какой-то активный, проактивный шаг. И гарантировано присутствие нужных людей на этом конкурсе, которые хотя могут бы, потом да. вам и помочь. И особенно, чем крупнее конкурс, тем больше шансов, что успешное участие в нем может помочь в карьере. Опять же, сейчас не та ситуация, которая была 50-60 лет назад, когда победа даже на очень крупном конкурсе почти со 100% вероятностью гарантировала вам большую карьеру. Сейчас конкурсов очень много. И даже первая премия может дать толчок, и толчок серьезный. Таким толчком для меня была победа в Брюсселе. Но дальше, опять же, в ваших руках. То есть вам дают этот шанс, вам дают 60, 70, 80 концертов. У вас есть возможность выступить на очень крупных площадках с крупными оркестрами. И дальше это ваша ответственность использовать этот шанс по максимуму. Вы довольны тем, как вы использовали свой шанс? Ну, особенно после Брюсселя. Брюссель меня очень сильно подтолкнул. И сама поездка на конкурс в Брюсселе, ведь за 2 года до этого я участвовал в конкурсе Рубинштейна, тоже крупном конкурсе, получил 2-ю премию. И я решил многое обдумать и изменить из того, что я делал. И поездка в Брюссель была в некотором роде личным тестом для меня, чтобы посмотреть, на правильном ли пути я нахожусь. И то, что в Брюсселе я получил и 1-е место, и приз зрительских симпатий фламандского радио, для меня было очень-очень важным, потому что это было как бы поощрение и профессионального жюри, и публики. Совпадение здесь произошло, да, такое? Да. И, конечно, Брюссель принадлежит, наверное, к 4-ке крупнейших конкурсов фортепианных, и после него открываются очень многие двери, и конечно, больше в конкурсах участвовать уже нет необходимости. Ведь этот конкурс очень интересен. Мне хочется, чтобы все-таки наши зрители об этом знали. Да, он очень интересен, драматургически интересно выстроен. Насколько мне известно, это один из старейших конкурсов и, наверное, старейший среди тех, которые все еще активны. Первые годы, 36-й, 37-й, 38-й год, идея Изаи, и бельгийского скрипача, была проверить не только то, как конкурсанты выучили те произведения, которые они заявили, а также как они будут справляться с неизвестным им произведением. И с самого первого конкурса 12 финалистов поселяли в специально для того построенную виллу около Ватерло. Это одна и та же вилла? Это одна и та же вилла, которая была все годы. Сейчас, в то время, когда конкурс не проходит, это консерватория музыкальная, частная школа музыки, но на время финала конкурса все ученики оттуда выселяются, и там у каждого финалиста своя комната с инструментом. Вы, когда туда приезжаете, у вас отнимают на сегодняшний день все средства мобильной связи, телефоны, таблеты, лаптопы, нету связи с окружающим миром, и вам дают партитуру концерта, который был написан специально для этого конкурса, и которую ни вы, ни кто-либо иной, кроме жюри конкурса композиторов, которая выбрала этот концерт, его никто не видел. И потом у вас есть 8 дней, за эти 8 дней вы должны подготовить тот основной концерт, который вы выбрали на конкурс. У меня это был 3-й Рахманинова. Еще в финале была классическая соната, надо было сыграть, и вот тот 15-минутный концерт, очень интересный и очень-очень сложный, который надо было за эти 8 дней
с нуля до конкурсного выступления. Вы очень интересно рассказывали о том, что 12 финалистов, mm-hmm. и вас селят не одновременно всех и сразу, да, по два. А по два человека, mm-hmm. да, двое заселились, через mm-hmm. несколько дней еще mm-hmm. двое. Абсолютно верно. И вы говорите о том, что, в общем, это было достаточно сложно психологически. Для всех нас. А нас почему? Всех. К тому времени вы уже 3 недели участвуете в конкурсе. Участие в конкурсе, как я сказал, часто бывает стрессом. Стресс постоянный, который к тому же приводит к пикам адреналина в момент выступления и в каждый момент объявления результатов. И после 3 недель тоже там 2 тура, 2 реситаля и выступления с оркестром, камерный оркестр, концерт Моцарта. И в тот момент вы уже отдали очень много. И в тот момент нужно все повысить еще на 50% или 70%. Да, вы уже опустошены, кажется, да? Вам нужно что-то еще найти. Как бы еще один Эверест нужно покорить, который оказывается большим и более тяжелым, чем все предыдущие вершины вот того конкурса. Сказали о том, что несмотря на то, что график у вас довольно плотный, хотя бывает и совсем сумасшедшее количество берут музыканты концертов, но это другой вопрос, когда можно уйти от качества к количеству, да, перейти. Вы все-таки, наверное, какой-то баланс умеете держать, я почти стараюсь. Уверена. Иногда вот я вот, например, следующий месяц 13 концертов, 2 разных фортепианных концерта, 1,5 ресетальные программы, плюс еще камерная музыка, и все в разных странах и на разных континентах. Так что интересные очень проекты, но много. Так что стараюсь найти баланс, но найти его трудно, потому что... И вы сказали о том, что... Но вы стараетесь не отказываться, и, возможно, в этом скрываются некие старые страхи, что концертов может и не быть. Сейчас уже наоборот, потому нет, что... Да? Вот 6 лет прошло, вот сейчас заканчивается 6-й mm-hmm. сезон после конкурса, и все 6 были, честно говоря, переполнены. Эти страхи, это немножко как человек, который, я думаю, который в прошлом испытал голод, он вот этот страх... А был этот голод? В первые годы карьеры, конечно, был. Да? Ведь мы же фрилансеры, и нам никто не может гарантировать, что работа будет. Я разговаривал об этом с моим продюсером, с которым мы записываем диски вместе. Ему сейчас исполнилось 60 лет, и он сказал... Он живет в Лондоне, Он да? живет в Лондоне и в Уэльсе, да. Uh-huh. Он сказал... Борис, как он меня называет. Борис, ты знаешь, это ощущение, оно не проходит. Ты просто с ним... Ты учишься с ним жить, ты к нему привыкаешь, но оно... Он говорит, вот мне 60 лет, и я записал где-то 1500 дисков, и все равно это ощущение некой неуверенности в том, будет ли работа, оно остается. Но сейчас я, наоборот, я целенаправленно следующий сезон сделал более спокойным. Это будет год юбилейный, 250 лет с рождения Бетховена, и я хотел уже давно взять на себя большой личный проект, выучить все сонаты Бетховена. Вы очень увлеченный, мне кажется, человек, в принципе, во всем, что вас окружает, за все, за что вы беретесь с интересом. Меня поразил тот факт, вы знаете 7, по-моему, да? 6. Французский, английский, русский. Испанский, немецкий, иврит. Иврит, да. А немецкий меня поразило. Вы сказали, что вы выучили его из-за немецкой поэзии. Да, из-за поэзии и... Может быть, даже особенно в музыкальной форме, то есть романсы Шуберта, Шумана, Брамса, я их аккомпанировал много в то время. А там музыка настолько тесно связана со словом, что пианист обязан понимать, о чем... Сколько вам было лет? 18, когда я начал учить немецкий. Это было самостоятельное решение? Самостоятельное решение. Французский для меня был вторым иностранным языком в школе, а немецкий я учил честно.
Понятно, что по-русски вы говорите, как будто бы всю жизнь жили в России, да, при том, что вы в 5 лет покинулись. Благодаря родителям. Да, а вот ваши родители, они объясняют свою принципиальную позицию, я ее знаю, говорить дома только по-русски, это сегодня тоже так? Да, мы дома говорим только по-русски. Миграция, позиция была из-за того, что иврит я и так бы выучил и выучил. Это правда, я пошел в первый класс в Израиле и... не выучить иврит в том возрасте, это было бы невозможно. Что интересно, что потом, когда я через 12 лет после того стал переводить на иврит русскую поэзию, немецкую поэзию, я в некотором роде выучил иврит заново уже как... Литературный. Как литературный, как иностранный язык. Как вы стали переводить на иврит? То есть это же тоже это увлечение. Вам не предлагали это за это ни гонорары, ни какие-то проекты? Начал переводить, даже не помню, как это началось, где-то лет в 17. Я обожал, мне кажется, первое, что я перевел, это были некоторые главы из Винни-Пуха. Потому что я вырос, конечно, на русском варианте Винни-Пуха и все-все-все. А ивритский перевод в то время был... старый, 70-х, и совсем не смешной. И мне казалось, что нужно познакомить израильских читателей с тем смешным Винни-Пухом, с которым я был знаком, и я начал просто в свое удовольствие переводить. Но потом, когда я перевел глав 8, оказалось, что в тот момент вышел новый перевод, который был очень хорошим, и я это бросил. Потом перевел, мне было 18, перевел «Дракона» Шварца целиком, а дальше просто продолжал, не только русского, немецкую тоже, много Рильке переводил. Как вы отдыхаете? Вы в Фейсбуке на своей странице написали о том, что недавно вы прошли мастер-класс, учились у одного из фотографов, как я поняла, да? Вы гоняли за кем вы? Это за зайцами. За зайцами фотографировали. Да, фотографировал в Англии. Они в России, насколько я потом прочел, они очень... часто распространены, а в Англии всего в двух местах. Зайцы? Вот именно зайцы велики, да. Ага, велики, да, конечно. Peak District и на севере Шотландии. Я фотограф-любитель. Я начал в 11 году, потому что потерял свою старую мыльницу и вдруг заразился этим вирусом фотографическим. И просто не могу объяснить. Это никак не связано с музыкой, это абсолютное переключение для меня. Вы знаете, о чем я думала? Сегодня, когда я уже собралась на это интервью, я подумала о том, что, ну, в общем, это как-то удивительно, что вы общаетесь с этим миром по всем каналам, которые могут быть. То есть музыка, вербальное это слово, да, средство связи. Вы, может быть, наверное, об этом и не задумывались. Я не знаю, задумывались или нет. Нет, не задумывался. И визуальные образы. Вы абсолютно правы, Светлана. Я бы даже еще добавил вкусовой канал, потому что я недавно стал увлекаться кулинарией тоже немножко, но это чисто для себя. И даже выпечкой хлеба немножко. Может быть, любовь к жизни, может быть, любопытство, может быть, увлечение чем-то новым и желание в этом новом мире как можно больше всего попробовать и познать. Вы знаете, чтобы как-то вот нашу закольцевать беседу, я хочу опять же вернуться к вашему нью-йоркскому интервью. У меня вот, наверное, самая главная фраза, которая меня очень поразила, в ней, знаете, и какого-то и счастья много было, и какой-то боли с вашей стороны. Вы сказали о том, что, ну, ведущий очень подчеркивал, что вы очень такой оригинальный человек, что вы и вундеркинд в детстве, и сегодня очень талантливы и так далее. А вы сказали, посмотрели на него и сказали, вы знаете, я верю в то, что я нормальный человек. Мне кажется, я верю. Ну, у всех у нас есть свои... причуды или особенности, или сложности, нет никого, у кого бы этого не было. Я скорее пытаюсь оттолкнуться от, опять же, от некого голливудского образа. Оттолкнуться в смысле отдалиться от него, да? Отдалиться, да, вы правы. Отдалиться от образа художника, будь то музыкант или поэт, или писатель, который не от мира сего. Мне кажется, что я все-таки от мира сего, и я этот мир... очень-очень люблю, я к нему привязан всей душой. Вот я помню, Рихтер, которого я тоже безумно люблю, сказал, что ему абсолютно все равно. Если кто-то в зале, нет никого в зале, что он в своем мире с роялем. Я понимаю вот этот момент, вы в своем мире с инструментом, потому что, конечно, атмосфера, которая создается на сцене, она очень сильна. Но для меня, если убрать из этого уравнения публику, то все теряет смысл. Класс!
Вот здесь супер. Вы догадываетесь, да, какую вы провели параллель? Вы здесь в Лондоне, ну, потому да. что у вас многое связано да, с Англией. С Англией. Да. Но это все-таки в образе спасибо. Русского поэта. Спасибо большое. Это можно взять? Да, один мы вам. Один вам. Больше всего нравится. Я вот этот возьму. Большое-большое спасибо. А один можно попросить вас подписать нам. Да, конечно. Два, оставшихся. Конечно.